неутепленный фундамент. Монтаж профилированной мембраны «Плантер Стандарт». В системе неутепленного фундамента на самоклеющуюся гидроизоляцию мы будем монтировать профилированную мембрану «Плантер Стандарт». Это полотно из полиэтилена высокой плотности со специальными выступами высотой 8,5 мм. «Плантер» защищает смонтированную гидроизоляцию от локальных повреждений в ходе обратной засыпки фундамента, а также в процессе эксплуатации самого здания. Для монтажа нам потребуется двухсторонняя битумно-полимерная лента «Плантер Бенд Дуо» шириной 5 см. Нарезаем ленту на полосы длиной 5-7 см и клеим их на гидроизоляцию. Снимаем защитную пленку с ленты и фиксируем на них мембрану «Плантер» выступами гидроизоляции. Соседние полотна мембраны соединяем внахлёст шириной в 4 выступа. Сверху швы проклеиваем битумно-полимерной лентой «Плантер Бенд». Закрепляем плантер выше уровня гидроизоляции с помощью планки «Плантер Профиль». Надежная защита гидроизоляции выполнена. Можно приступать к обратной засыпке фундамента.